Все, всем привет! Вот, короче, купила себе сумку. Вот такую. Тут, короче, два отделения. Тут отделение есть. Тут, видите, да? Вот тут кармашек есть. Ну и вот тут. Короче, в Монро стоило 2,5, ну 2,600 почти. Скидка 30%, 1819. Все, потом купила вот такую газировку. Я даже не знаю, с чем она, еще вот такую газировку. Кстати, вот это очень вкусно, я уже не первый раз пробую. Так. Ой. Так, что еще я купила? Гречневую лапшу. Ой, киви прилипли, киви немножко взяла. Грушу взяла. Блин, что-то они мягкие сильно стали. Ну, все-таки груши, что-то 140 рублей килограмм. Так. Ну, ничего, две упаковки крабовых палочек. Распаковка чек. Что я еще взяла? Семечки взяла, короче, посадить. Посажу, короче, в огороде. Будут у меня подсолнухи. Банку сгущенки взяла. Так, молоко с сахаром 8,5. Таких конфеток взяла. Кстати, конфетки ничего. И что я взяла? Наушники 120 рублей. Вот так вот. Ну вот это и все мои покупки. Оцените мою сумку, скажите, как она вам. Пишите в комментарии мою покупочку. Да-да-да, через плечо она идет, через плечо. Надоело мне с рюкзаком ходить, я решила себе сумку взять. Но мне понравилось. Ну и вот все, что я купила. Короче, потратила я. Ну, наверное, около 3000. Вот так вот. Может, 2,5. Особо не помню. Тут это, короче, у меня вот такая туничка, которую из Василька заказывали. Прикольная. Бриджи мои. Ну и все. Так что всем пока. Ставим лайки, пишем комментарии. Пока-пока.